Всем привет, дамы и господа! Приветствую вас на канале Redline TV и на инвесторском обучающем канале. И с вами меня зовут Герман Пермяков, и я хочу сегодня рассказать в рамках нашего наших обзоров криптовалют, криптомонет, обзор дать по монете Zcash. В общем-то, я вижу, что на канале есть отзывы, есть интерес вас как зрителей. И я считаю, что, в общем-то, это интересно. В общем-то, немножко об истории криптомонеты, о ее основателях, да, как она развивалась, о ее ценниках, как они росли, падали, где хранить, где покупать, как майнить. В общем, все эти вопросы, стандартные вопросы по каждой монете, мы будем рассматривать и в будущем. И, естественно, это касается Zcash. Кстати, вот вам еще как бы примечание. Если хотите быть криптоэкспертом, внизу будет ссылочка, можете кликнуть и почитать информацию. В общем-то, для тех, кто хочет быть криптоэкспертами и зарабатывать действительно хорошие деньги, можете просто переходить по ссылке внизу в шоу-нотах. Там будет интересная информация. Это для тех, кто хочет. Все, поехали смотреть обзор Zcash. Конкуренция на криптовалютном рынке постоянно растет, а разработчики создают все новые и новые монеты. Однако далеко не всем из них суждено стать популярными и войти в мировой топ. Чтобы добиться успеха, нужно предложить уникальный продукт, который решает актуальные проблемы пользователей. Именно так поступили создатели Zcash – уникальной криптовалюты, которая превосходит все другие по уровню анонимности самих транзакций. Так встретили появление Zcash рядовые трейдеры и как крупные инвесторы. Как майнить и покупать и хранить монеты. И самое главное, что ждет валюту дальше, есть ли смысл инвестировать в нее прямо сейчас. Давайте попробуем разобраться в нашем подкасте. Что такое криптовалюта Zcash и в чем состоят ее особенности? Zcash, токен ZEC, сравнительно молодая криптовалюта, увидевшая мир осенью 2016 года. Разработкой монеты занимается компания Zcash Foundation во главе с Зука Уолксом, которому удалось привлечь к проекту лучших криптографов со всего мира. Вообще, работа над монетой стартовала еще 4 года назад, но только в 2016 году разработчики официально представили свое детище, полностью анонимную криптовалюту Zcash. Zcash – первая криптовалюта, созданная на базе уникального протокола ZK-SNARK. Его называют протоколом с нулевым разглашением, и основная его особенность – абсолютная анонимность всех участников процесса и их транзакций. Все данные о транзакциях зашифровываются и становятся недоступны третьим лицам. Пользователи могут отправлять платежи напрямую друг другу, и никто не знает, кто кому и какую сумму перевел. Все транзакции подтверждаются автоматически благодаря встроенному алгоритму, а анонимность системы подтверждается математически. Фактически, на криптовалютном рынке такого еще никогда не было. Чтобы провести платеж, пользователю нужно всего лишь ввести свой индивидуальный скрипт, остальное система сделает сама. При этом каждый участник системы получает два скрипта – публичный и скрытый. Если используется публичный скрипт, транзакция видна другим пользователям, а если скрытый, о ней вообще никто не узнает. Но это еще не все. В отличие от того же блокчейна, данные о транзакциях не сохраняются в системе, а удаляются сразу после их проведения. Если в сети биткоин можно быстро вычислить отправителя и получателя перевода, то с Zcash это невозможно. В систему встроены так называемые обнуляторы, которые постоянно стирают данные о транзакциях. Как устроен майнинг Zcash? Что касается майнинга Zcash,
то тут все более-менее похоже на биткоин. Суммарная эмиссия Zcash такая же и составляет 21 миллион монет, а майнеры получают вознаграждение за каждый раскрытый блок. Однако, если в биткоине блок создается за 10 минут, то в Zcash на это уходит всего 2,5 минуты. Награда за раскрытие блока составляет 12,5 Zcash, а 10 из которых получают майнеры, остальные 2,5 Zcash автоматически начисляются разработчикам. Согласно подсчетам, на момент выпуска заявленного количества монет в их руках будет порядка 10% всех выпущенных активов. В отличие от многих других разработчиков, компания Zcash отказалась от примайнинга монет, а сам майнинг стал доступен лишь спустя 2 месяца после официального представления валюты. Подогретые слухами об огромных перспективах Zcash, пользователи по всему миру сразу бросились майнить новую крипту. Однако даже сейчас, когда Zcash продается на ключевых криптовалютных биржах, желающих самостоятельно добывать монеты меньше не становится. Это связано со сравнительно простым процессом майнинга и его высокой рентабельностью 10 Zcash за 2,5-минутный блок. Откровенно говоря, сейчас майнить Zcash намного проще, чем в самом начале. Еще год назад перед майнерами стояли жесткие требования: только 64-битный Linux и только мощные видеокарты AMD. К чести разработчиков, они не стали почивать на лаврах и постоянно совершенствуют свой проект. Сегодня майнить Zcash можно и на Windows, и пользователи могут выбрать один из трех вариантов майнинга. Первый — на видеокартах AMD, подходящая программа майнеры Claymore Zcash AMD GPU Miner Optimizer Zcash или Enuel ZEC. Можно майнить на видеокартах NVIDIA, программы NiceHash EQM, и CUDA EquiHash Miner и EWBF Miner, и также на процессорах Intel, подходящий софт, Silent Army, NQMiner и так далее. Таким образом, чтобы добывать монеты самому, нужно подобрать оборудование, установить соответствующую программу майнер и запустить расчет. Если мощность имеющегося оборудования не сулит большого дохода, есть смысл присоединиться к майнинг-пулу Zcash. Или вообще взять вычислительные мощности в аренду, например, компании Hashflare или Genesis Mining, обеспечив облачный майнинг криптовалют. Где купить Zcash и где хранить? Если нет возможности тратиться на покупку или аренду оборудования, Zcash можно просто купить. К счастью, перспективную монету быстро приняли на популярных обменниках и криптовалютных биржах. И что особенно удобно, на большинстве из них Zcash можно приобрести за биткоины, эфириум, евро, доллары и даже рубли. Сравнить курс Zcash на различных обменниках поможет сетевой агрегатор bestchange.ru. Популярные криптовалютные биржи, на которых можно купить Zcash, это Kraken, Bittrex, Yobit, Exmo, HitBTC, Binance, Bitfinex, Poloniex, Bithump и так далее. Совладельцы банковских карт Visa и MasterCard могут купить Zcash за доллары на сайте cx.io. Хранить монеты разработчики советуют на официальном кошельке Zcash, который можно бесплатно скачать в интернете. Однако на данный момент создана только консольная версия кошелька для Linux, а программа для Windows все еще находится на стадии разработки. Впрочем, всегда можно найти альтернативу, используя какие-либо популярные криптокошельки. Онлайн-кошелек, например, бесплатный и самый простой в использовании. Можно обратить внимание на такие, как Jax, Cryptonata, Coinomi и FreeWallet. Или же аппаратный кошелек. За аппарат от Ledger или Trezor с поддержкой Zcash придется, конечно, выложить от 40 до 100 долларов. Мы обзоры делали на нашем канале Redline TV. Как и почему изменялась стоимость Zcash? Ажиотаж вокруг Zcash начался задолго до появления криптовалюты на рынке. На сегодняшний день это единственная валюта, запуск майнинга которой транслировался на YouTube. Разработчики отказались от ICO и предварительной продажи токенов на карусели, поэтому монета выходила на рынок по невероятной цене в несколько сотен долларов. Для сравнения, стартовая цена столь популярного биткоина и целого ряда других криптовалют составила меньше 1 доллара. Аналитики утверждают, что высокая стартовая цена Zcash была связана с мощной рекламной кампанией и ажиотажем в СМИ, которую подогревали как сами разработчики, так и привлеченные инвесторы.
Например, одной из первых Zcash вложилась известная компания Digital Currency Group, которая отличается высоким авторитетом на рынке электронных платежей и криптовалют. Тем не менее, как только шумиха поутихла, цена Zcash опустилась до $20, но уже в начале 2017 года за счет очередного вливания инвестиционного капитала стоимость монеты выросла до $80. Весной особых изменений курса не наблюдалось, а вот летом он резко пошел вверх. В июне один Zcash стоил уже $400. Аналитики связывают такой стремительный подъем с активно распространяющейся тогда новостью о том, что вот-вот Zcash появится и на Bitcamp, одной из самых крупных и котируемых криптовалютных бирж. Однако летом этого не случилось, и разочарованные вкладчики начали сливать монету, опустив ее цену до $190. Вообще, график стоимости Zcash за последний год характеризуется резкими перепадами. Курс не только сильно падал, но и внезапно взлетал вверх. С чем связано такое непостоянство? Как ни странно, со спецификой продвижения монеты. Многие эксперты считают, что рекламная политика Zcash Foundation очень похожа на манипулирование инфоповодами. В сеть запускается информация, стимулирующая вкладываться в Zcash, тоже добавление на Bitcamp. И пользователи массово скупают монету, цена растет, инфоповод не подтверждается, монета сливает, цена падает. В определенной степени напоминает манипуляции pump and dump на рынке криптовалют. Не правда ли? Не думайте, что это так. Вот и многие трейдеры заподозрили компанию в искусственном манипулировании рыночным курсом. Даже сейчас, когда курс вырос, и криптовалютном сообществе не стихают дискуссии. Одни говорят, что Zcash криптовалюта будущего, другие утверждают, что шумиха вокруг монеты – лишь маркетинговая уловка с целью заработать на рядовых трейдерах. Но почему цена Zcash сейчас снова выросла? Прежде всего, потому что монету все-таки приняли на Bitcamp, и руководство компании смогло откреститься от обвинений в искусственных манипуляциях с курсом. Вторая причина – привлечение крупных инвесторов, что закономерно повысило интерес к криптовалюте. Так, в Zcash случился Naval Ravikant, ранее инвестировавший в Twitter и Uber. Барри Силбер, основавший популярную во всем мире платформу Second Market, и даже Роджер Вер, детищем которого является blockchain.info. В таких благоприятных условиях курс Zcash резко пошел вверх. В ноябре 2017 года он дорос до $250, а чуть попозже он перешагнул отметку в $470. Стоит ли инвестировать в Zcash? По данным аналитического ресурса CoinMarketCap, по состоянию на середину декабря 2017 года в мировом рейтинге криптовалют Zcash занимал 5 место по стоимости и 19 место по уровню рыночной капитализации. Многие трейдеры задаются вопросом, почему же при такой высокой цене капитализация Zcash настолько низкая? Вопрос довольно неоднозначный. Если сравнивать Zcash с топовыми криптовалютами, показатели действительно низкие, но если смотреть на динамику самой монеты, прогресс налицо. Еще год назад рыночная капитализация Zcash еле дотягивала до $400 миллионов, а сегодня перешагнула порог в 1 миллиард. Дело в том, что на фоне специфического продвижения Zcash, другие криптовалюты выглядят более надежными и инвестиционно привлекательными. Если в Zcash вкладываются преимущественно узкоспециализированные компании и крупные инвесторы, то Ethereum, Monero и Litecoin привлекают гораздо больше рядовых трейдеров. Нельзя не отметить и другую специфическую проблему всех анонимных криптовалют. В сознании большинства пользователей они прочно связаны с даркнетом и торговлей наркотиками. Чтобы выбиться в лидеры, им приходилось доказывать не только свои преимущества, но и непричастность к теневым махинациям. Несмотря на неоднозначность восприятия монеты пользователями, эксперты сходятся во мнении, что Zcash ждет блестящее будущее. Но многие более популярные криптовалюты утрачивают поддержку инвесторов именно из-за претензий к анонимности транзакций. А в этом плане у Zcash пока что нет равных. С монетой могла бы соревноваться разве что криптовалюта Monero, но технические несовершенства во второй существенно ослабляют ее позиции. Даже самые авторитетные эксперты, в том числе и Тед Московиц, работающий ранее в американской комиссии по ценным бумагам и биржам, отмечают, что несмотря на скачки с курса, Zcash не теряет своих позиций на рынке. Если разработчики сумеют нивелировать неоднозначное восприятие монеты, ее стоимость будет только расти. В пользу этого утверждения свидетельствует и постепенное увеличение рыночной капитализации криптовалюты за счет привлечения именитых инвесторов. Однако аналитики предупреждают, что в ближайшее время курс Zcash будет дальше прыгать туда-сюда, но ниже $200 цена монеты уже вряд ли опустится. Что касается верхней границы, то эксперты прогнозируют в 2018 году стоимость монеты около $500-$600. Что же делать трейдерам в данный момент? Идеальный вариант — покупать Zcash, когда курс просаживается на $200-$250, и продавать монеты позже, когда стоимость достигнет стабильно высокого значения.
Но уже сейчас понятно, что Zcash проект долгоиграющий и перспективный. Над ним трудится команда высококвалифицированных профессионалов, а инвестируют в него серьезные люди, которые не понаслышке знают, что такое криптовалюты и как на них зарабатывать. Ребят, ну, я надеюсь, что вам эта информация казалась полезной. Если полезной, ставьте лайки. Будем очень рады вашей обратной связи. Пишите комментарии. Можете даже негативные писать. В общем-то, тоже рад вашим комментариям, потому что негативные комментарии – это тоже комментарии. Как я говорю, да, и дизлайки – тоже лайки. Вот, поэтому ставьте. Обязательно подписывайтесь на канал, мы будем давать больше информации. Подписывайтесь обязательно на аудиотерминал, ссылки на аудиотерминал тоже есть внизу в шоу-нотах. Там, как правило, информация выходит больше и быстрее. Вот, ну и тоже есть интересная своего рода подача информации. Ну и слушайте радио «Азовская столица». Все, всем пока, с вами был Герман Пермяков.